Всем привет, друзья! Сегодня я играю Geometry Dash. И сегодня... Вы видите это название? Geometry Dash Sub-Zero. Сегодня я докажу. Мне просто некоторые друзья не верили мне, что я не могу пройти Geometry Dash Sub-Zero. В этом видео я докажу, что я могу пройти Geometry Dash Sub-Zero. Докажу вам в этом видео. Она у меня уже была скачана 2 месяца назад. Я немножко здесь уровни перепроходил, это удалял. Но в этом видео я покажу все прохождение. Чтоб точно было, поняли? Ладно, не будем затягивать, будем начинать. Поехали! Ну и с первого чего хочу начать, это же про старт. Да, у нас сейчас будет про старт. У меня уже вот такой кубик стоит, пустой. А хотя мне нравится вот этот больше всего. Вот, все, это будет. И что ж, погнали, пресс-стар. Включаем. Ну, это пока мисс легкая часть. Здесь не будет затруднений, я думаю. Представьте, друзья, я сегодня все с первой попытки пойду. Но я думаю, что это невозможно. Так, погнали. Вот мне нравится в этой части, если она такая реалистичная, здесь экран подвигается, такие узоры клевые. Что здесь еще босс. Ну босс это вообще просто шикардос. Ну босс это... Босс даже Geometry Dash, не задумайтесь. Ну, жалко, что их только в одном добавили. Если бы во всех, то это вообще было... Не знаю. Клево очень. Вот смотрите, движения экрана такие плавные вообще. И вот сейчас босс, друзья. Кстати, друзья, самая сложная часть, это там, когда ты в Тетрисе, типа, как Марио. Вот это самая сложная часть для меня раньше была. Но сейчас для меня все легко. Так, здесь где-то монетка, но я не буду забирать. Вот это, смотрите, какой реалистичный босс, насколько все реалистично. Понимаю, какая была радость игроков, когда она вышла. Ладно, давайте. Да, я ее прошел. Не, это еще не континью, братан. Еще вообще не то. Так. Здесь монетка. Не, я не буду ее забирать. Даже не думайте, еще воду. Ладно, все, давайте. Да, с первой попытки пройдено. Ну, я так узнал, что я пройду. А вот следующий. А, реклама. Так, все, рекламка прошла, теперь можно пробовать на ПСМ. Да, над этим уровнем у меня очень много было затруднений, причем тут спам, там еще эта стрелочка. Ладно, погнали. Еще мне нравится этот уровень, наша звезда, как Контур Гоу. Так, я знаю, где здесь даже монетка лежит до сих пор. Да, я вот такой. Этот самый сложный момент здесь у меня. Это там где спамчик идет и потом стрелочка. И в конце на пауке. А нет, когда... Короче, я вам расскажу. Что мне нравится, это уровни, это те узоры, когда на стрелочке на пауке, это вообще просто. Не умер, окей. У тебя будет спамчик вот после этого. И в этой комнате. Вот этот спам постоянно умирал. И сейчас для меня это не будет. Так, главное не... Я вообще ничего не помню, а! А, надо по стрелочкам ориентировать. А, я думал... Ой... Так, я дошел до этого момента, погнали. Так, раз, два... Запутался, что там. Здесь кораблик и дальше стрелок. Это был какой-то ключ. И ключ там заметил. Ладно, окей. Вот сейчас это. Так, монетку я знаю, как собирать, но не буду. Тихо. Вот это сложная часть, где там здесь будет такой маленький трюк спайк. Я, наверное, сдохну. А, не, перепрыгну. Так, здесь... А, здесь портал, точно. И сейчас по буквам, да? Погнали. Так, узоры. Вот это мне нравится очень часть. Вот так. Вот это очень сложно, да, тоже. Куда? Я не знаю. О, паучок. Тоже сложная часть. А мы потом на... Чего? Я такой части не помню. Что делать? Зачем? Я прыгнул! Я дурак! Ладно. Ну так, погнали.
Так, обратно. Я припоминаю эту часть. Постоянно здесь фейлился. Окей. Будь... Ой! Как я так зафейлился? Ну, блин, это, друзья, такой фейл был, я не понимаю. Вот так как? Да, я прошел этот момент. Я даже... Паучок! Я сразу заметил портал, я понял. Я бы там блокировал. Так, ну он какой-то сильно ёжкий. Как бы во втором уровне. Робот! Не мог мне рубить. А, кубик! 75% нормально. Так, погнали. Паучок. Да ебу. Всё, я уже задолбался. Пожалуйста, не фейли. Прошу тебя. Прошу. Прошу, прошу. Блин, а. Робот. Куб. Чего? Успел реагировать. Что дальше? Тройная скорость. Живем. Сколько там осталось, не знаю. Что? Я даже свой телефон перевернул. О, да. Я вам доказал. Вот я вам доказал, друзья. Смотрите. Все три уровня. Кто мне не верит? У меня даже есть официальный куб этой версии. Угу. Вот такой у меня кубик есть. Ну что ж, на этом видео будем заканчивать, друзья. Давайте наберем 30 лайков. Значит, я буду играть Geometry Dash World, где по островам там, по уровням буду проходить. Всю пройду с первой попытки, я вам говорю, честно. Ладно, на этом будем заканчивать, друзья. Будем прощаться. Всем удачи, всем пока. Друзья, ну я даже не знаю, как я так зафейлился вообще. Это, ну, и дебильный поступок. Так, паучок. Окей. Раз, два. Так, наоборот. Так, там не прыгает. Чего? Что за говно? Если я сейчас проиграю, я не знаю, что сделаю. Я забомблю очень сильно. Сука. Простите. Я это... Так, опять. У вас доли секунды, чтобы перемотать, а у меня целые часы. Ладно, тихо. Прыгать. Прыжок. Е-е-е-ха-ха-ха! Да. И так надо проходить. Еще реклама, да? А, нетушки. Ой, я поставлю такую себе публику, мне нравится его. Мака. Вот этот цвет. Все, у меня вот такой будет. Тир. Ровер тир. А че я его не проходил-то? Я его должен проходить. 8 звезд, друзья. Это как тайм-машин. Понимаете, как тайм-машин? Ты на тайм-машинам я очень долго задался. Значит, на ним долго. Так, вот эта часть мне очень клёвая, вот это, когда там басы бьют. Вот это. Вообще, она мне нравится, вот эта часть. Ещё нравится часть на стрелочке, жёсткая такая, с портала. А всё дальше я уже всё не помню, там вроде бы куб какой-то лёгкий. Ну, вот стрелочка самосложная была. Стрелочка. Так, блин, я нос не могу почесать. Чё нос почесать? Ой. Всё, стрелочка, вот это самое сложное. Вроде бы в этом уровне. Ну да, 49, нормас.